Ну что, ребята, дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и вы крайне тепло встретили первую серию Пути Бомжа на GTA 5 RP Majestic. Я вам рад представить вторую серию, многие просили поскорее выпустить продолжение, и я рад ее вам снимать. А ну-ка, давайте попробуем уволиться, но при этом машину оставить, либо он выгрузится, я не знаю. Потому что эти заказы будут бесить, конечно, так. Я хочу уволиться, да, точно. Все, я уволился. Таксишка моя уволилась или нет? Бляха, машинка убралась. О нет, нет, не убралась. И заказы теперь не выкидываются, и у нас теперь машина похуже, конечно, чем Матизик, но тоже халява, почему нет? Служебный автомобиль, так сказать, в личных целях. Это как бы one love. Это ты ж, да? Так, насчет квеста, ладно. Все, мы завершили задание, взяли новое. Наверное, потом надо будет еще устроиться в банду. Я там слышал, что можно делать угонки, сутенерки, что-то там такое, закладки. И тем самым зарабатывать себе сумму на какой-нибудь перекуп, я не знаю там. Ну, немножко, короче, посмотрел каких-то видосиков, чтобы не быть прям полным нулем. Ой-ой-ой, не вылетай, пш, F1. А, не работает. Короче, я релогнулся, подключил себе этот аутентификатор от Гугла, вот, но не записался звук, потому что я был без микро, у меня он что-то был выключен. Короче, я не знаю, что произошло, я наклацал много кнопок. И где мой квест? Как это все? Да, может мне тогда релогнуться лучше и заспавниться, там было много спавнов всяких. Короче, как релогнуться? Я немножко тут изучил, нажимаем F1 и просто нажимаем еще раз на свой сервер, и нас начинает переподключать. Так, начинаем игру и заспавнимся мы, пожалуй, на... семье. Ясно, это дефается. Нельзя вот так релогнуться спокойненько себе. Ну ладно. Там что-то в чате ФМ происходит. Как писать, интересно. Может, F? Не, так не работает. А как? Надо будет спросить потом. Ой-ой-ой, как вяжут они жестко. Взял зи пакет. Зикапет, положил зикапет. Зикапет, капет. Але и чего воронцо? Так, ладно, ладно. Но меня не трогают, молодцы, ребята, молодцы. Я думал, меня застрелят. Ну, ладно, проехали спокойненько. Что-то там наркобарона какого-то, наверное, ловили, я не знаю, там закладки, что-то. Опа, мне дали 1200 пособие по безработице. Это приятно. Баланс у меня 15к. Могу я вывести баланс или нет? Эх, наверное, не могу. Есть у нас зимний пропуск, его можно начать бесплатно, да? Начинаем бесплатно. Что тут дается? Ого, тут аж кейс дается на 15 левеле. Неплохо. Задание. Используйте ультимейт, так, выловите рыбу на рыбалке, завершите рейс на дальнобойщике, съесть шаурму без отравления. Недорого. Заправьте машину с помощью канистры 30 раз. Нам нужно пополнить счет. Как это делается? Оператор. Пополнить баланс. Сумма пополнения 500. Банковская карта. Пополни баланс. О, я выполнил. Или нет? F2. Сезонный выпуск. Так, задание. Я выполнил, ребята, я выполнил. 440 получил. И все, мне уже доступно. Я могу взять аним. Это настолько топово. Распылить за 600. То есть я даже в окуп ушел с этого. Ну, этот фиолетовый какая-то эпическая, наверное. Может, я сделал ошибку, но давайте я распылю. Опа, сразу. Я думал, плюс 2 левела получу. А нет, тут каждый левел, это все больше и больше надо. А, ну тогда сложно. Я выпил коньяк и задание не выполнил. Потому что у меня его нету. О, хорошо. Пошла, родная. Нормально танцуешь, бро. Где научился такому? Да хуй знает. Я бы затоксичил, конечно, ему, но не буду. Нажми F2. Задание. Да. Активные. И новичка активировать задание. Нажми, вот снизу. Ага. Все, починилось? Ну, нажми F2 теперь. Ага. Все. Ничего себе. Фибы нас тулят. Вот в чё групп был. Они уже начали рейд. А чё тулят? Ого. Они рейд начали. Так а тут зеленая зона. Не могут начать. Ну подожди. Вот, блядь, наши от зелёной что-то играют. А они гору заняли. А чё, как делается все это? И наши кафают. Кафы это арестовали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо за мной бежать, так. Что происходит? Стреляют. А на нас ордер написали же. Не-не-не, надо убегать. Белые это наши, да? У нас ФМА белая и машины белые. О, павшие ребята наши. Что, наши отбили, что ли? Да, наши отбили спокойно с кайфом. Серьёзно? Сними, ты ухо сними. Представься, не помню, что это дело. Не имею права. Это коп типа, да? Стреляю, секретное дело. 2, 3. О, нормальный откис. Он сказал, составлять секретный отдел.
Походу, ЛСПДшники обиделись, то, что мы возле их респы выебали. Если вам нравится игра, в которую я сейчас играю, можете скачать ее по ссылке в описании. Правда, вам нужна лицензированная GTA 5. Скачивайте и устанавливайте лаунчер Majestic RP. Я играю на San Diego, это 6-й сервер. И при регистрации можете вводить промик Crate, либо же в игре уже командой /promo-crate. Активируйте, получайте 50 тысяч виртов и 7 дней платину випки на 3-м левеле. Так, Субарь, да? Давай, Вальваш. Ну, можешь Субарь попробовать. Вольва. О, ну, сюда. Погнали. Парковка, да? Направо. О, все, вот он стоит. Классно вообще. Купить коньяк, да. Я уже один раз покупал коньяк, но без задания. Значит, берем его, использовать. Все, бухаем коньячок, все в порядке. Для тебя, в принципе, сейчас 5 РП, это как новый мир какой-то будет. Все, я ушел в отключку. Так, наденьте штаны. Штаны на мне, в смысле. Все, давайте до встречи. Давай. Всем спасибо, давай. Всем пока. Давай. Значит, побухали коньячка и куда-то бежим. Нас закинуло черти куда, в какую-то селуху. По карте мы где находимся? Ну, вообще-то очень далеко. Вот этот основной город, а мы вот здесь просто. Вы достигли цели. Тут у нас меточка. Ничего себе, я побежал, мне тут пикапчик порыться в мусорке. Ого, ну давайте пороемся. И тут лежит футболка. Вот так вот приоделись. И то, наверное, $0 стоит, но все равно. Короче, подходим к NPC-шке. Это у нас какой-то дед, лежащий на диване. И у нас продолжается. Отыщите собаку. По карте нам показывает, ага, вот туда нужно бежать. Транспорт здесь какой-то есть. Че, братулец, подвезти? Да, подвези уже к, я не знаю, какой-то аренде, может быть. Погнали. Спасибо большое. У меня до сих пор эффект пьянения от коньяка, лол. Ближайшая аренда вот. Я поставил метку на аренду. 700 метров буквально. Все, едем с кайфом. Нас подвозит какой-то рандомный чувачок вообще. Насколько здесь добрые люди, я в шоке. Не перестаю удивляться, так сказать. Сейчас подвезет меня к аренде. Возьму себе скутер и поеду там искать собаку, которую надо. Опа, отлично. Спасибо большое, братик. Да не за что, братулец. Берем у него скутер. Самый дешевый. Давайте возьмем оранжевый в этот раз. Найс. Закрываем его, заводим, полетели. Пока что это наш первый транспорт. Пока мы не получили свою машину. Потом, как будет машинка, будем уже на ней кататься. И не будем вынуждены просить помощи подвести кого-то. Хотя, это не проблема, конечно, здесь добрые люди. Мы въехали в желтую зону. И здесь ищем собаку какую-то. Так. О, я слышал. Лай, вот она, вот она, вот она. Здорово, здорово. Так, взаимодействуем. Все, нашли, хорошо. Теперь надо и рассказать об этом Биллу. Интересно, сколько вот в целом проходится этот путь новичка, потому что я думал, вот скоро-скоро закончится, наверное, еще долго. Подъезжаем к деду на снежном диванчике. Тут будем делать прическу, получается, да? Угу. Опа-опа, еду-еду, тут встретил кого-то. Довези, пожалуйста, до гаечного ключа, пожалуйста. Нет проблем. Вот я метку поставил. Ага, я скину тебе денег. Короче, просто встретил типа на дороге, он вывесил руку, и я забрал его на скутере, сейчас едем. У меня тут, конечно, квестик, но он вроде обещал заплатить, поэтому я проеду дальше, я потом вернусь. Вот, а если он сейчас мне заплатит, то будет неплохо, конечно. Просто хапанул кого-то чела на дороге. Спасибо, друг. Нифига себе, спасибо огромное. Я тут квестики просто выполняю. Давай, удачи. Спасибо, спасибо. Ой-ой-ой, за шо? Я умер? Нет, блин. Все так хорошо было. А где я сейчас окажусь? Кстати, прошу заметить, у меня 49 тысяч на руках и 5 тысяч на карте. Это офигеть, балик. Я типа хз, как я его так быстро набрал. Все, отгружаемся в больку. Уже второй раз на нашем пути, так сказать. Ну, каждую серию стабильно, ага. Встаем, давайте с левой ноги в этот раз. И урон... А, нет, все равно нанесся нам урон. Кто здесь врач? Блин, чел, ну, реально прости, не прогруз. Ой, жалко-то как, пацана. Дайте таблеточку, пожалуйста. Предсказание? Нет. О, за 100 баксов. Сюда, спасибо. Ты шо, ну я, называется, ребята, фиксируем прибыль. За 5 тысяч подвез, 100 баксов отдал за лечение и все. Опа, скутер, скутер, скутер. Могу угнать? А, могу сесть только, ну не надо. Че, он везет меня? К аренде подвези, прижи, братик. Так ты чё, блядь, не мой кем? Согласен, ладно. Да, блядь, я тут кинта ждал, ёбаный. А я присосался просто как не...
Он думал, что я друг его, сел к нему, понимаете, ребят? Ну, контента завозим. Так, по идее, где мой скутер? Надо вспомнить, где мой скутер был. Возможно, он там и остался. Я просто уже не помню. Наверное, в оружейную куда-то или вот сюда. Если это так, то вообще кайф. Во-во-во, мой скутер, да-да-да, это здесь было. Так, L. Братан, тебе надо мопед, меня сейчас заберут с комнаты. Да не проблем, все в порядке. Вот я нашел свой, меня тут просто вальнули. Вообще с кайфом, ребят, насколько все удачно получается. Нам нужно в ножницы ехать, это парикмахерская, ну или как это, парикмахерская, да-да-да. Подъезжаем. Так, и заходим куда? Сюда? Ага, наверное, к NPC, да? Е, все. Нам, в принципе, не надо портить нашу прекрасную блондинистую прическу. Я говорю, что мне и так нравится. Да, и все. Пока женщина не буду тратить свои кровные. Теперь нам посетите магазин одежды. Ну, шикарно, что нам не надо тратить деньги, потому что я такое не люблю. Ну, знаете, нет у меня привычки тратить деньги. Я только коллекционирую их. По сути, умирать даже выгодно. Не тратишь деньги. Там буквально пачка сигарет что-то 200 баксов стоит, а умереть и полечиться 100. Ну, конечно, надо еще приехать, там взять скутер. Все это, конечно, тоже морока. Но, тем не менее, на начальных стадиях умирать выгодно, как ни странно. Ребят, вам очень зашла первая серия «Пути бомжа». Я, честно, от этого офигел. Не рассчитывал на такой прям приток. И я снял серию по Black Rush. Вы просите GTA 5 в комментах. Ну, окей, я пилю для вас прям мотивацию поднять, так сказать. Объезжаем, получается, озеро. И я так понял, что скорость мопеда на песке ниже. Но это по РП. Лучше двигаться на дороге, типа, быстрее, наверное, да? А ну, посмотрим, сейчас проверим. Ну да, передача идет, получается, разгончик есть, как на песке такого нет. В чате Фомы, смотрите, слева, что-то много чего происходит, но я в этом не участвую, мне пока что надо пройти путь новичка, выполнить квест, нафармить первую сумму денег, там, на какой-нибудь перекуп, вот, на первую машину, чтобы хотя бы быть, ну, более-менее самостоятельным. А то вот это на попутках, на скутерах передвигаться, ребят, ну, не совсем круто. Так, подъезжаем на меточку одежды, да, у нас это. Все, отлично, не надо ничего покупать. Я, в принципе, ну, реально не хочу. Зачем мне это? 2,5 километра фигачить, да за шо? Ну, блин, такие перегоны на скутерах не самое быстрое дело. Ну, что поделать. Если бы я был на фамной тачке, это было бы лучше. Но, увы, увы. Я даже не помню, куда я тачку просрал, если честно. А, так это ж я под тем мостом как раз это коньяк выпил и очнулся в жопе мира. Все верно, по РП, так сказать, да. Ага, надо возвращаться. Серьезно, я то здесь был, теперь сюда, капец. Кстати, ребят, пока еще не забыл, смотрите. О, увеличен скилл вождения, неплохо. Но, что я хотел сказать. Я разобрался, есть такая штука, как Alt F3. У владельцев видеокарт NVIDIA можно вот такие фильтры наложить интересные, чтобы прикольная картинка была. Ну, в общем, можно какие-то моды себе поставить на свою картинку, дабы смотрелось как-то лучше. Вот, по-моему, уже неплохо выглядит. Или хуже, напишите в комментариях. Я надеюсь, запись вообще передает фильтры, потому что если нет, то я буду каким-то шизом. Видите, если постараться, скутер делает сотку на асфальте. То есть, как бы... Ой-ой-ой-ой-ой, но я сам вылетел на встречку, я виноват, виноват. Извините, что бампер помял, да-да-да. Ой-ой-ой, да за шо? Ну второй раз, ну сколько можно, ну сколько можно? Это уже у нас тату-салон, ну татухи я осуждаю, сам не имею их и вам не советую. Все, получили мы свою денежку какую-то или нет, или это один квест, наверное, все посетить. Знаете, этот путь бомжа в GTA RP можно назвать каким-то даже подкастом, потому как вот таких лайв-роликов я в целом не записывал, и я не знаю, буду ли я записывать их по Black Rush, потому что там сложно это реализовать, а в GTA ты просто запустил на камеру, подключил микро и все нормально работает в хорошем качестве и приемлемо. Поэтому такой путь у меня нечто уникальный контент, и я понимаю, почему вам нравится. Что-то новое, интересное, я тоже согласен, мне это нравится. Также, кому интересно, характеристики моего ПК RTX 4070 Ti, i7 12700F. Не самый мощный ПК, ну, что надо, подвести? Да, можешь подвести, пожалуйста, до бэкшопа? Да, без проблем, давай. Все, поможем кинтику. А поставь мне меточку, чтобы я точно знал, куда. А, окей, мне все по пути, поехали. Ага, это что, супра какая-то? Чья-то. Ты тоже новенький? Да, только я уже чуть дальше по квестам прошелся. У меня только 5 литров бенза осталось, надо будет взять новый, ну, тут, аренду. О, смотрите, его повысили сейчас до 2-го ранга, потому что он правильно ник, фамилию сменил, ну, то есть ник, да, бесплатно, вот. А я же облажался, поэтому мне его не дали, хотя я и потратил бесплатную смену ника. Ну, как бы все честно, никакого блата, так что я считаю справедливо. А ты потом будешь...
будешь новый скутер брать? Ну, наверное, да, надо куда-то подъехать. Можешь тебя подождать, я тоже возьму. А, окей. Ой-ой-ой-ой, ты шо падаешь, не падай. Ничего себе, пассажир мой. Я шо, таксистом нанимался? Ну ничего, мне помогали, я буду помогать тоже. Погнали. Только его тихо слышно, наверное, вам не совсем комфортно. Ну ладно, ничего. Сейчас я заеду себе, там надо вот здесь, рядом. Так, идем куда-то. Так, интерфейс спавна. А, так я могу здесь тачку заспавнить сразу. Ух, ема, сюда машинка. Сразу, белая какая-то. В ней нет бенза, а нет, есть, все. Садись, брат, довезу, у меня тут семейный автопарк есть. О, бомба. Да я сам не ожидал, оказывается, это здесь спавнится. О, нормально. Ема быстрая. Сейчас прокачусь сюда 400 метров, но она быстрая. Тебя подвезти к аренде или как? Меня подвезли, да, посетите магазинную одежду, Маш. Сейчас быстренько сюда закачусь, тут что-то надо. Мойка авто, нифига себе дорого стоит. Воспользуйтесь услугами автомойки. Что? А чё так дорого? Ну, наличными. Окей. Ага, она там моется, а я здесь двигаться не могу, норм. Да, метку поставь, куда у тебя там по квесту, я ж просто не вижу. Нормально двигаемся с пацаном рандомным. Поставим. Так, хорошо. Бро, мне вообще в совершенно другую сторону, может я на аренду подвезу? А давай вот где ты брал машину, я же вроде тоже могу в семье взять машину. А, точно, ты же с нашей семьи, боже, я тупанул. Сейчас я тебе подскажу, какую можно взять. А, ты, кстати, второй ранг уже, я первый, а ты второй, тебе даже больше машин доступно, потому что я тупой, сменил фамилию неправильно. Вот, а ты можешь нормально себе заказать, поэтому пробуй просто пробивать машины и все будет хорошо. Да, спасибо тебе большое. Все, отлично. Уже первую помощь оказал другому челику, такому же примерно, как я, нубик. Я вообще забыл, что он из нашей семьи, и он даже больше машин может спавнить. Я, в принципе, доволен, ничем не жалуюсь. Так даже интереснее, знаете, когда не все получается, соответственно, чувствуешь отпор от игры, и как бы мотивация развиваться имеется. Вот, поехали. Семья превыше всего, передайте посылку бабуле Билла. Окей, едем. Нам так, ну, прилично ехать, получается, да, в тот город, из которого мы изначально были. Ребята, не перестаю кайфовать от игры, просто насколько здесь все круто, графика, люди, взаимодействие с игроками, общение, вообще все на высоте, честно говоря. Единственный минус, не все могут в него поиграть, здесь нужна лицензированная игра GTA 5 и соответствующий ПК, который может, ну, просто потянуть ее даже на каких-то минимальных настройках. Там специально даже, я видел, есть такая тема, что в настройках есть какой-то, так, дополнительно, режим низкого качества, плюс можно там скинуть настройки графики, кому там нужно вот графика. Здесь все можно там понизить, занизить. У меня на максимальной, потому что я хочу вам показать максимально хорошую картинку. Ну, мне надо для видосов. Вам не обязательно, вы можете играть просто на той картинке, где у вас хороший FPS. Кстати, у меня увеличен скилл. Это вообще замечательно. Интересно, поскольку он прокачивается по 20, как в GTA Online, или по одному? Просто я тут видел, так, персонаж основное, так, здесь нет имущества, навыки. Выносливость у меня 2%, вождение у меня 4%. То есть увеличен скилл, это значит плюс 1%. Ну, блин, ребята, конечно, прокачиваться будет долго. Это так еще 96 раз, чтобы фулл навык вождения только получить, понимаете? Я не знаю, сколько это надо играть и провести времени за рулем. Либо же там меряется по километражу, типа, сколько проехал, соответственно. Вот, ну, в общем, в любом случае, все будем изучать. И я ничего нового не боюсь, это прикольно, это реально интересно. Я давно вот так вот не играл в игру, в которой ничего не знаю. Потому что в БР я играю больше 3 лет, там как бы все мне известно. А здесь это вообще прикол и кайф. Что за бабка у деда? Я не понял этого момента. Ну ладно, насчет квеста. Угу. Значит, нам нужно купить семена тыквы. Ну, квесты типичные, как и везде. Приедь, что-то там сделай, вернись и все в таком духе. Можете, кстати, еще написать в комментариях, интересно ли вам вот конкретно все, прям каждый момент. Если нет, то я могу пропускать и показывать только основные моменты, как я это делаю там. Нарезки и все такое. Здесь я показываю почти вам реально все, чтобы вы ни в коем случае не потерялись и действовали за мной. Значит, нам нужно разное, наверное, да, тут пустой мешок нет, наживка, семена тыквы, вот сюда, оплачиваем картой, $300 сюда за стак escape.
Хорошо. Ну реально, Субарик валит в два раза быстрее, чем скутер. Это существенно ускоряет прохождение квестов. Правда, 8 литров бензина осталось. Это не совсем прикольно. Вообще, мне там говорили, что надо заправлять машинки. Но, очевидно, я новичок, мне экономически невыгодно тратить деньги на бензин. В то же время кататься на машинке хочется, соответственно, и заправляться тоже надо. Так, нас отправили, ага, вот сюда куда-то на площадку. Это что-то рядом, наверное, со авторынком, да? Где-то здесь авторынок тоже должен быть тоже. Пока что не сильно шарю за игру, поэтому будем опираться на квест. А там дальше куда кривая заведет. Ну, знаешь, что здесь хорошо развит перекуп. Плюс там всякие забивы, РПшки. Вот, вы напишите в комментариях, что вам конкретно интересно. Я буду уже из этого строить свои планы, чем вообще, собственно, заниматься. Мне что главное, чтобы вам было интересно. Ваша активность впрямую влияет на видосы, их количество, качество, длину и все такое. Много разговариваю, возможно, лишней воды. Ну, надеюсь, это интересно вам. Если нет, пишите в комментах. Очень много дорогих машин. Сразу видим какое-то популярное место. Наверное, это авторынок, да? Или что? Но я знаю, что где-то рядом с этим пляжем авторынок есть. Так, нам показывают меточку. Меточку сюда. Каждую неделю я буду давать тебе новые испытания. Каждую неделю я буду ожидать, что ты пройдешь это испытание. О, во-во-во, надо чисто изучить здесь, что куда надо. Так, звучит заманчиво. Теперь нужно заполнить шкалу личного прогресса мирового квеста. То есть, опять же, здесь, да, покажите. А что тут еще? Продавцы что-то тут продают, да? Так, покажите ваш товар. Ага, продает как раз эту тыкву. Я предпочитаю спокойствие, царящее на ферме. Нифига себе, озвучка фермера. То есть мне сейчас надо идти на автобусника работать, наверное, да? Все что-то разговаривают, только к ним подхожу. Спросил я помощи у Фомы, и, короче, иди фарми в другую Фому. Ничего себе тут токсики, нифига себе, за шо так? В общем, чтобы писать в фам-чат, надо прописать команду /cb. Спросить, как выполняется пятилетка в неделю. Скажи, что срал в рот им. Спасибо за ответ, прекрасно, помощь. Так, я взломал собственную машину. Неплохо. Итак, ого, это шаха? Нифига, у меня машина резвая. Вроде как. Я должен был получить какую-то машину, наверное, уже или нет. Сейчас надо посмотреть. Возможно, мне подсказали, что надо какие-то награды. Имущество. У меня нет имущества, посмотрите, вообще. Транспорт. Опа! У меня есть как раз D-класс торнадо. Вот эта развалюха. Но где ее забрать, интересно? Чтобы вы понимали, по статам даже лучше скутер будет, нежели вот эта рухлядь. А не, скорость все-таки будет больше. Возьмем раз... Так, ауто плюс. Вот она моя машиночка. Доставить на парковку. Где забрать машинку? Наверное, ее можно спавнить на какой-нибудь парковке, да, как мы спавнили фам-тачку. Ой, у нас 3 бензина осталось. Надо заправиться хоть немного, а то так дальше никуда не уедем. Все-таки пользуюсь машиной, как-никак нужно заправить. Я не знаю какой, давайте вот так купим себе. Все, надеюсь, я тем бензом заправился. Мне там говорили, кейсики можно какие-то забрать. Так, значит, скины, предметы. Во, ребята, у меня 3 обычных кейса, которые стоят 0 за открытие. О чем мне говорили и что я игнорировал. Надо это все вернуть, давайте. Как это открыть? А, наверное, надо через кейсы как-то. Во-во-во, у меня их, наверное, 3 штуки есть, я могу его открыть. Да, прокрут пошел, ребята. Итак, смотрим, что мне падает. У меня аж 3 кейса есть, которых я вообще не знал. Ема! Не, почти! Почти какой-то тачка за 4000, тут за 5000, тут за 4, и еще 4 стояло. Ну, конечно, мне не повезло. Я не знаю, что это, насколько это круто, випка. Вот, но я пока что, наверное, отложу в донат инвентарь, не буду. Вот. И делаем прокрут второй уже. Так, что нам здесь падает? Блин, 200 тысяч, ну, конечно, 7500, естественно, это так всегда. Забираем, естественно, конечно. Ну, блин, ну, вряд ли отсюда что-то выпадет, оно стоит дешево, эта рулетка, и дает совсем бесплатно. Конечно, мало что будет. 50 блэкоинов, вот бы 1000 бы получить. Ну, к сожалению, никак. Никак, нам не фартануло. Зато я могу сменить сейчас себе, за эти деньги могу себе сменить ник. Где магазин? Персонаж, вот у меня смена имени, да, сразу есть. Купить за 0. Мне доступно за 0. Надо сейчас чекнуть, чтобы вот точно хотя бы второй раз не обдрестаться. Скаес, все, я меняю себе вот так вот ник. Пробуем, надеюсь, хоть в этот раз во второй.
Так, я за ноль себе поменял второй раз. По идее, должны мне сейчас выдать второй ранг. Какие-то плюшки от этого будут. Доступ к складу и что-то еще. Ну, попробуем, посмотрим. По крайней мере, кстати, ту машину, которую мы с вами получили, можно будет слить в госку и получить какое-то количество денег. Но пока что мне еще не повысили. Посмотрим, вообще повысят ли. Ну, если я зря, то получается... Ну, хотя... Я бесплатно себе второй раз сменил. Это как? Мы приехали, значит. Ага, мы приехали сюда. Так, двери закрыли. Вот челик на скутере, понимаете, не в Фоме, а я вот в Фоме. И разницу чувствуете, да? Так, что за место? Хочу устроиться на работу. Есть у меня, да, пожалуйста, готов. Поехали. Белый. Нет, давайте красный. Так, все, мы начали работу по маршруту, поехали, так сказать. Конечно, автобусы не имеют никакого смысла, ими никто не пользуется. Это чисто РП составляющие игры и все. Я надеюсь, я правильно работаю, вот, потому что не хочу тратить время, нам надо еще много чего успеть. Вот мы подъехали ко второй уже метке. О, $45 дали, вот это заработок дикий. Мне там накидывали денег просто так, а тут кровно зарабатывать это будет тяжко, конечно. Опа, второй левел я апнул, причем... Уведомление, как в Майнкрафте сейчас было. На особу все максимальный актив. Ну, сори, куда? Я выполнил уже 1 из 10. Если я, наверное, буду спамить так перед главой, Deep Owner, наверное, это создатель семьи. У него ник Sky Skies. Скорее всего, он создатель. Поэтому, может, меня сейчас кикнут, не знаю. Тогда будет зря я заходил. Опа, вам повысили до второго ранга уведомление. Причина R. О, так это тот самый Молли, который меня как раз и принял. Ну, блин, единственный челик, который не игнорит. Ну, шкала заполнения у нас уже есть. Правда, я хз, насколько долго нужно будет фигачить на автобуснике. 78 нам дали. О, 2 из 10 мы сделали. То есть 20% квеста. Ну, ребята, это будет долго, честно говоря. У меня 7 бензина. Это мне сейчас надо еще покупать за свой счет. Блин, та работа не окупает бензин. Вы что хотите от меня вообще? Хотите? Плюс надо заправить, да? Капец. Ну, давайте наличными оплатили. Набор инструментов давайте и купим тоже. Канистра с бензином. На всякий случай у меня много места. Я могу купить, чтобы, ну, просто не оказаться в жопе, если что. Ехать нам долго, муторно. Ну, что поделать? Спамят вообще люто у нас в семье. Каптеры какие-то. Мне стреляться рано, типа, что мне даст стрелялка? Я же... Мне надо как-то зарабатывать. Мне же за это денег не дадут. Кстати, ребят, давайте вот прямо сейчас мне что-то стало скучно. Я вспомнил про свой промокод. Давайте попробуем сейчас. T/promo. И сюда вводим крейт. Работает он на всех серверах, по идее. Да. Получим мы 50 тысяч и платину випку на 7 дней, но при достижении 3-го левела. То есть сейчас у нас, видимо, мы только 2-й получили. Еще надо достигнуть 3-й. Типа, ну, ладно, все равно, как бы, 50 тысяч, у меня всего сейчас балик 57, а мы там получим плюс 50 еще. Ну, столько, это уже существенно, ребята. Подождите, там что, нуждаются ребята, давайте вернемся. А не спит ли мне песню? Го, ребята, давайте залетаем. Да-да, залетаем. Залетайте, ребят. А, все, давайте. Ура, у меня первые пассажиры. Да-да-да. А не спит ли мне песню? Сюда. Ну, хоть не скучно быть. Люби. Шо, ребят, куда едете? Куда путь держите? Не знаю, просто сели. Не знаю. Спасибо. Поехали. У меня 10 секунд, я жду. Блин, сейчас бы кого-нибудь на лосо побрить, знаете? Санди, у тебя есть эта бритва? Не надо, дядя. О, вот тут мы вылезли. Спасибо, брат. Да не за что. Вообще, прикиньте, подвез кого-то. Это такая редкость, реально. В принципе, есть свой вайб, но как-то очень долго вот эта такая однотипная работа, она, ну, не совсем вкатывает мне. Поэтому я буду делать нарезку, чтобы хотя бы вам не было скучно. Именно для этого она и делается, что я вырезаю скучные паузы и всякое такое. Во-во-во, да, мы завершаем, значит, наш круг. 5 из 10 ровно мы сделали, и надо, типа, начинать новый, да, движ. Хорошо, ладно, делаем круг снова. О, я в желтый перекрасился, неплохо. Опа, подбираем чувачка. Садись, браток, куда? Аэропорт. Ну, честно говоря, мне, по-моему, не в аэропорт. Все. Сорян. А, так я к аэропорту ехал, реально. Прикиньте, я чела обманул, то есть он бы просто сейчас бесплатно доехал. И сколько он там дал денег за это, я не знаю, мне не приходит. Не могу оторваться от работы, поэтому ем за компом и работаю, пахаю. Боже, я серьезно приехал в аэропорт, а сказал ему, что нет. Но я не знал, ребята, извините. Так, и перестраиваемся сюда. Наверное, все, я надеюсь, очень все, мне не надо дальше.
О, удачно, просто офигенно. Все, расскажите о своих успехах Биллу. Так, ребята, вот машина мечты, такая же у нас будет стартовая тачка. Кстати, форма у меня приличная, мне нравится. Так, насчет квеста, все хорошо. Я постараюсь. Отыщите сумку у моста, отмеченную на карте. Кто на допросе, накурись и умри, еще раз курни два раза. Советую, это типа, чтобы не расколоться. Это их там допрашивают, видимо. Наших, короче, братву повязали, видимо. Ну все, я сдался один из скайзов, да. Бывает. Мы у цели, значит, стопаем наш авто. Не, ну графика, точнее физика GTA 5, это же топ. Вот сюда поплыть. Давай. Все, забрал. Ого, нормально денег. Отдайте найденный пакет. Поднимись. Фух, чуть не задохнулся, ё-моё. Так, мой автобус меня ждет. Там, смотрите, ребята, в чате что-то происходит, там наших пытают, видимо. Вот, и они должны колоться, но в то же время они должны рассказать много. Так, значит, дед, здорово, как сам, без проблем. Как думаете, что интереснее, там было вместе с пацанами погибать у ментов, либо же вот так проходить квест? Ну, по-моему, все-таки, чтобы РПшечка была, чтобы там конфликт какой-то. Собрать урожай. Так, собрал апельсин. И надо таких 50 штук. Весело. Вы ничего не нашли. О, бывает и такое. То есть больше 50 деревьев придется обыскать. Осталось буквально чуточку. Все, отлично. Мы выполнили. Значит, нам дали какой-то ИРП армии. Так, закадываем на какой-то рынок, получается. Как раз для меня парковочка, я считаю справедливо. О, нормально, телепортировался. Покажите ваш товар. О, лопата как раз, вот мы ее покупаем. Здесь металлоискатель, за 3000 покупаем. У вас нет свободного места в инвентаре. Тут у меня очень много апельсинов в инвентаре оранжевых. Использовать. О, нормально, он добавляет ресурсов. Только надо будет продать эти апельсины, зачем они мне нужны? Нормально, апельсинчик. Со вкусом снега. Угу. Ну, по идее, сюда должен металлоискатель вместиться. Короче, место как в Расте нужно выделять. В общем, я вроде освободил себе. Так, давай покупаем. Значит, металлоискатель сюда взяли. Хорошо. Теперь нужно использовать металлоискатель на песке. Бывает. Использовать на песке. На каком? Вот здесь, что ли? Вот так съезжаем, типа, и используем. По-моему, сомнительная идея. Металлоискатель достать. И теперь надо отыскать сокровище и выкопать его. Исследуйте прибрежные зоны. Если заметите зеленый индикатор, значит будет мигать. Достаньте лопату. На днях, как я понял, должен быть, получается, на нас рейд от кибов. Вот, и сейчас, короче, мы убили. Я не знаю, что будет. Сейчас, возможно, кто-то подлетает, кто-то еще что-то. Но скоро будет на нас рейд. Ясно. Я тут ищу клады. Вот. Я не знаю, ну, как это, найти. Это вообще трэш. Это трэш. О, продлите аренду, мне показывает. А, так ты на нем так и гоняешь? Да, я на нем так, блин. Час закончился. Прикинь, час прошел с того момента, как я начал работать. Ну, да, я, наверное, до ключика побегу. Если завтра или там какие-то проблемы будут из-за того, что у тебя фама скайс, ты. Бля, даже не знаю, как тебе правильно сделать. Вот. Кстати, стой. Видишь телефон? Да. Беги к нему, это и. А чел уже взял трубку, да? Нет, не взял. А, ты не там. Убегаешь не в ту сторону. О, вон он. Вот он, слева, слева. Следующий, может. Нет. Все, перестал. Вон он взял, я же тебе сказал, тот. Там денежку дают, если берешь его. Блин. Ё-моё, а сколько там дали бы денег? Ну там немного. Сколько дали, скажи, пожалуйста. 7000. Что, он поделится? Не знаю. А. Поделился. Спасибо. Могу тебе сказать. Что он бежит до меня. Чё, бро? О, спасибо большое, 4к. Налички больше, ну, налички. Да, спасибо большое вообще, от души. Ой-ой-ой, не получилось взять на... А, что? Я умер. Можно таблеточку, пожалуйста? Можно, противопоказания есть? Нет. Уф, спасибо. Спасибо большое. Доброй ночи. Рядом же этот спавн машин. Это очень удобно, кстати. Я думаю, специально так и сделано. Все бегут сюда именно пешочком. Блин, у меня выносливость закончилась. А он бежит, у него прокачано, конечно. Залетаем сюда. Я надеюсь, можно спавнить здесь свою машину. Не только фамные. Ключ личный. Вот. Вот она, вот, наконец-то. Ура. Матисса спавнил кто-то вот, а? Я свою лайбу. Ну что, приятно познакомиться. Уф,
смотрите, какие тяги бархатные, вы что? Давайте фары, просто на все вы видите это качество. Так, надо ее, конечно же, в тюнинг загнать, сделать из нее конфетку, перекрасить, да. В общем, вот это наша первая рухлядь, поскольку, ну, в целом ее можно, наверное, слить в госку, но зачем пока что? Я же не знаю, что купить. Надо будет еще потом изучить, как мне брать заданки, там, на деньги, там, что-то, угонки, я не знаю, сутенерки, что-нибудь такое. Вот, так. А зачем этой рухляди плюс заправка? Может, такого хватит регулера наличными? Все отлично. Поехали. Все, полный бак. Кайф. Да, это моя личная машина, и, ну, в принципе, можно сказать, хоть какая-то ачивка, ее может получить любой новичок, и вы можете гонять на таких же со своими друзьями абсолютно на халяву.